Я глаза свои закрою и представлю, будто сплю. Городскую суетою чуткий сон свой оживлю. Обниму свою подругу, мы не виделись 100 лет. Распахну окна фрамугу, встречу ласковый рассвет. Проснулась я, 4 стенки, все то же солнце за окном, все те же серые ступеньки, и все тот же мир, и все вверх дном. Юлия Конешникова пишет стихи еще со школьной скамьи. В основном о любви. События последних нескольких месяцев подтолкнули к созданию лирики гражданской. Еще полгода назад слово «самоизоляция» знали только политологи, и оно носило скорее негативный оттенок. Теперь же термин употребляют, когда хотят сказать об одобряемом и жизненно необходимом поведении. Пандемия коронавируса изменила не только русский язык, но и литературу. Юлия готовит сборник стихотворений о трудностях самоизоляции, подвиги врачей и о том, что нужно жить здесь и сейчас. Признаются, главная цель не заработать, а помочь людям, как герои ее произведений – врачи. Тираж 990 штук, и все собранные деньги будут переданы в центр канистерапии. Этот центр я знаю давно. Я была там неоднократно. Я видела, как работают девочки. Я видела, какие результаты. Поэтому у меня не было никаких сомнений, куда отправить деньги с продажи книги. Конечно же, это центр канистерапии «Лапу друг». С центром «Лапу друг» у Юлии Конешниковой дружба давняя. На воспитание свою собаку поэтесса привела к известному омскому канистерапевту Наталье Чайке. Увидела, как четвероногие доктора помогают тяжело больным детям, и стала посещать занятия уже без домашнего питомца в роли наблюдателя. Результаты анимал-терапии иногда превосходят все ожидания. У детей даже самыми тяжелыми заболеваниями после контакта с четвероногими наблюдается положительная динамика. Сама Наталья Чайка рассказывает намерение Юлии перечислить все заработанные с продажи книг деньги на развитие омской канистерапии стало большой неожиданностью. Уже много лет центр существует в основном за счет грантов. Конечно, какая-то часть денег пойдет на обучение специалистов вот по разным направлениям. Потому что все, что на обучение мы там коробчим, где-то чуть-чуть с грантов, где-то сами добавляем. Вот, конечно, это будет закупка определенного оборудования, потому что оборудование у нас иногда приходит в негодность, потому что дети у нас всегда его хотят пробовать. Да? Вот, то есть, как я всегда говорю, были бы деньги, потратить, куда мы найдем. Как и большинство организаций по работе с детьми, центр канистерапии из-за пандемии коронавируса пока не работает. Откроется только в сентябре. К этому времени, надеется Юлия Конешникова, часть книг уже будет продана. А значит, помощь четвероногих докторов получит больше маленьких омичей с тяжелыми заболеваниями.